Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодняшнее видео снова о витамине D. Я уже делал видео и статью о этом чудо-витамине. Советую ознакомиться с ней, со статьей и с видео. Вы получите много полезной новой информации. Я, кстати, узнал эту информацию от врача-эндокринолога Алексея Калинчева, за что ему отдельное спасибо. Но пролистывая новые журналы за 2016 год, а конкретно Muscular Development, я считаю, это лучший журнал, пишущий в наше время о железном спорте и все, что с ним связано, я нашел еще одни очень интересные факты, с которыми хочу поделиться с вами. Потому что уверен, что они заинтересуют и понравятся так же и вам, как и мне. Факты действительно стоящие, очень интересные. Их будет 4. Можно сказать, это 4 причины, почему всем нам необходимо применять витамин D. Итак, первая причина. Как пишет журнал Muscular Development, недавние исследования установили связь между нехваткой витамина D и плохим состоянием здоровья костей, с мышечной слабостью и даже недостатка в гормонах репродуктивных в организме человека. Если же данного витамина в организме достаточно, то снижается риск развития остеопороза, предотвращая воспаление и нормализуя восстановительные функции мышц. Также низкий уровень витамина D, по исследованиям в Бостонском университете Тайвса, это частный исследовательский университет, показал, что снижается аэробная способность и высокий индекс массы тела тоже связан с низким уровнем витамина D. То есть ожирение, когда мы набираем излишки жировых отложений под нашей кожей. Поэтому, друзья, следите за тем, какое количество витамина D в вашем организме. Не забывайте, что витамин D также влияет и на уровень тестостерона и активизирует клеточные сигналы, которые так необходимы для гипертрофии мышц, чтобы росла мышечная масса. И, естественно, силовые показатели тоже зависят от данного витамина. У пожилых людей недостаток витамина D может вызывать и вызывает серьезные проблемы со здоровьем, в то время как прием дополнительных добавок, содержащих витамин D, резко снижает риск подобных заболеваний, улучшая качество их жизни. Необходимо добавлять в рацион жирные сорта рыбы, грибы, специализированные добавки. Не забывайте, что витамин D максимально способствует мышечной функции. Вторая причина – понравится абсолютно всем, и тренирующимся, и не тренирующимся. Новый факт медицинский. Высокое содержание витамина D в крови плюс применение кальция в виде специализированных добавок резко снижает количество жира в организме. Не просто снижает, а убивает жировые клетки. Кажется фантастикой, но нет, это научно установленный факт. Кто из вас слышал о таком явлении, как апоптоз? Мало кто. Вот еще один плюс я нахожу для себя постоянно в том, что являюсь блогером, в том, что тренирую людей. Я вынужден, да и самому мне это интересно, постоянно развиваться, постоянно искать новые материалы, изучать все, что только можно найти в интернете, в учебниках, связанных с нашим любимым делом и конкретно с тем, что вокруг всего происходит. Так вот, друзья, что такое апоптоз? Это регулируемый, программируемый процесс гибели клеток. Кажется фантастически, да? Но нет, повторюсь, это уже установленный факт. Все живое имеет свое начало, свой конец. Точно так же и у клеток есть срок жизни. Есть их начало, есть их гибель. Сегодня многими учеными изучаются способы, с помощью которых можно стимулировать гибель именно жировых клеток.
Действительно, звучит фантастически, но действительно многие ученые сейчас над этим работают. Вы понимаете, что это приведет к уменьшению жира в организме и будет способствовать, в принципе, снижению такой проблемы, как ожирение во всем мире. А такая проблема действительно существует в последние десятилетия. Именно такую работу ведут исследования из Государственного университета в Южной Дакоте, которые в исследованиях, проводимых на мышах, выявили, что мыши, которые получали питание с высоким содержанием витамина D и кальция, показали резкое снижение жира в организме. Также высокое содержание витамина D в крови влияет на содержание сахара крови, улучшая его регуляцию и повышение маркеров метаболизма жиров. Увеличение в рационе питания витамина D и кальция действительно показало резкое снижение жиров в организме. Но, правды ради, стоит отметить, что в плане долгосрочной перспективы и сохранения здоровья фактов пока нет. Поэтому принимайте эту информацию на свой страх и риск. Витамин D способствует синтезу выработки тестостерона. Я вам уже говорил об этом. Да, наш витамин еще и способствует снижению рисков заболеваний некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, деменции. Это такое состояние приобретенного слабоумия. А также проблемы, связанные с центральной нервной системой. И четвертый, также немаловажный фактор. Витамин D непосредственно влияет на простату. Если у нас с вами низкое содержание в организме витамина D, то есть риск увеличения простаты. А вы все прекрасно знаете, если не знали, то сейчас узнаете, что простата сейчас является очень серьезной проблемой для людей, для мужчин во всем мире. И, как говорит мой уролог, что чуть ли не каждый второй, а то и больше, имеет проблемы с простатой. К сожалению, многие из нас не обращают на это внимания, как-то не принято это, особенно в России обращать на это внимание, как-то стесняются люди, но настоятельно вам рекомендую проверять свою простату хотя бы раз в полгода. В Америке здесь врачи, лечащие, обязаны своих пациентов направлять на исследования простаты. Скажу вам, что пока я жил в России, очень много видел людей, потому что сам приобрел хронический простатит. Это очень сильно сказывается на восстановлении. Чем? Тем, что приходится вставать ночью в туалет по-маленькому. Хочешь ты того этого или нет, ты проснешься. И я разговаривал со многими врачами, если вы встаете хотя бы один раз в туалет, то это говорит о том, что у вас проблемы с простатой. Даже если вы выпили на ночь пиво, а я надеюсь, что зрители моего канала не пьют этот напиток, даже если вы напились воды, простата так устроена, что она не должна вас будить, потому что нам с вами необходим долгий непрерывный ночной сон для восстановления, для пополнения сил. Если хотя бы один раз вы встаете, я рекомендую вам сходить и провериться. Расскажу историю неприятную из личной жизни. Когда мне все это рассказал мой лечащий врач, я настоял, поругался с отцом, чтобы он пошел проверил простату. Все-таки я добился своего, мы какое-то время не разговаривали, но у него обнаружили рак. И действительно, если бы он не провел исследование, то сейчас был бы уже мертв. Слава Богу, мы выявили на начальном этапе развития, а вы знаете, простата такая, такой маленький очень орган, и метастазы там пошли бы очень быстро. Поэтому, если бережете свое здоровье, заботитесь о своих близких, обязательно проконтролируйте, чтобы ваш сын, ваш отец, ваш муж проверяли простату. Нет в этом ничего зазорного и стеснительного. Нужно заботиться о своем здоровье. Друзья, увидимся вскоре. Я сейчас готовлю очень интересную, серьезную статью
о локальном жиросжигании. Действительно, локальное жиросжигание – это давно установленный научный факт. Хотя я уверен, что все ваши тренера, инструктора говорят, что это невозможно. Друзья, это возможно. И скоро я вам расскажу, почему, как нужно действовать, если вы хотите избавиться от жира, к примеру, в области живота. В этом нет ничего фантастического. Особенно, когда много изучаешь различных исследований, когда занимаешься этим, когда этим интересуешься. Поэтому, друзья, развивайтесь всесторонне. Не только тренируйте свое тело. Играйте в шахматы, чтобы развивался ваш мозг. Изучайте иностранные языки. И тогда будет у вас гармония между телом и духом. Увидимся в тренажерном зале. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!